«Идеальный шторм». Год 2000-й. Фильм «Катастрофа». Почувствуй его ярость. Фильм основан на реальных событиях. Рыбаки становятся заложниками стихии. Джордж Клуни и Марк Уолберг в зрелищной драме по реальным событиям. Джордж Клуни, Марк Уолберг, Джонни Сюрелли, Сюрло, Бен Лин, Уильям Фикнер. А в общем, получился неплохой такой фильм-катастрофа. На бюджет 140 миллионов бакинских, маркетинг 40-500. Сбор в США 182, сборы в мире 146 миллионов. Равно 328 фильм окупился просто с лихвой. Зрители в пиндосне на 33, сборы в России 1 360 000. Премьера в России состоялась 29 июля 2000-го от Кара Премьер. Премьера в мире 26 июня 2000 года, но релиз на DVD 19 декабря 2000 от Мост. Видео 2 часа 10 минут. Такой, я вам скажу, мощной драмы уже под конец. И у нас есть номинации на Оскар. Лучший звук, лучшие визуальные эффекты. Волны Атлантики вздымаются на 30-метровую высоту. Завывающий ветер невиданной силы. Хэллоуин 91 года. Не случайно ли Хэллоуин? Стихия наступает по трем фронтам. И один из них поднимает сильнейший шторм. Идеальный шторм. 8 баллов. Кто-то ставит и 10. Фатальная ошибка этого фильма. Как обычно. Ну вот на кой хер вы попёрлись, зная, что вы получили директиву, вы получили этот листок с этой диаграммой, с координатами, что на вас надвигается шторм, буря. Нет же, герой, капитан Клуни стремиться все-таки попасть, все-таки пройти этот шторм и выйти победителем. Ваша геройская, ваша вот это вот, и ваш героизм против природы, это фу. Вы олени, настоящие олени. Фильм сначала такой смазливый, все мужики там олени, да, там бабы их там... И в хвост, и в гриву не ставят. Отти, пути, сопли розовые. И тут вдруг на тебе они становятся мужиками. Под конец. Я же говорю, фатальная ошибка. Надо было сразу же разворачиваться и не идти на этот шторм. При получении. Нет, нам нужны бабки, нам нужна рыба. И вот... Что сгубило фраера? Жадность. Фраеры сгубили. Они пожадничали. Мы хотим еще. Мы хотим победить. Но природа всегда победит. Поэтому и такой не хэппи-энд конец. Печальный конец. Фильм, конечно же, интересный. Первая половина сопливая. Олени вообще против дырок этих. Фу, ради вагины на все готовы. Вторая часть, конечно же, когда уже наступает шторм, будет намного помощнее. Там уже идет спасение жизней. Идеальный шторм, год 2000-й. Почувствуй ярость стихии. Great Review, великий обзор, лайки, дизлайки, подписки. Welcome back.